пиздец. Это путь воина, блядь. Это пиздец. Это путь воина. Это маразм, ебать. Это пиздец. Я, в общем, решил не тянуть с обслуживанием Альтезы и уже раскидал весь пластик. Вот так вот ее раздел. Что имеем? Сейчас это все хочу отмыть, помыть. Вот здесь нужно будет чуть-чуть подтянуть. Вот, шла жопка. Вот, тут более-менее все отлично. Вот, тут у нас отметились в этом сезоне Кизин, Элкин и Стилов. Вот. Это тоже все будем красить. Вот. И хотел вам рассказать про, почему я все-таки за стоковый усилитель, а не за башбары. Вот, в общем, ляпнул я в бетонную стену и, смотрите, соответственно, заминусовал усилитель за 2000 рублей. И тут чуть-чуть маленькая небольшая складочка есть, которую я вытяну, и все станет нормально. А если был бы огромный башбар, да, на котором бы висели кульки, фары, там, усилитель, всякие вот эти вот элементы, то при малейшем касании он бы уехал, и пришлось бы полностью его менять, полностью варить новый башбар. Вот, а как бы стоит он, сами знаете, сколько. Поэтому на всех своих проектах, в частности, там, Альтезы, да, вот, которые я строил, везде, если мне попадает тачка с башбаром, я его убираю, и сток телевизор. Спереди сток телевизор, сзади, пожалуйста, варите башбары, сколько влезет. Вот, но в передней части сток-усилитель работает лучше всего. Сейчас у меня по плану дернуть отсюда мотор вместе с коробкой, поменять вкладыши шатунные, коренные и полукольца. Вот, проверить маслонасос, то ей необходимо тоже его заменить. Также отправить Диме коробку секвентальную на проверку. Все это быстренько собрать, обратно внедрить и успеть по сухому газонуть. Вот это было бы идеально.